Без имени, адреса и родины южноуралец почти 30 лет жил с паспортом страны, которой нет Советского Союза. Почему не хотел менять на российский и как обходился без главного документа? Подробности далее. Вот чайники, вот железка, тоже на швамке. Вот это вот, лесу вчера принес из леса. Собирать и сдавать металл – единственный способ Владимира Галкина заработать. Мужчине уже за 80 и почти 30 лет он живет без российского паспорта. После распада Советского Союза не стал менять документ. Верил, что происходящее в стране ненадолго, и коммунисты вернутся к власти. Дали мне красный паспорт, вот советский. Все, я не стал менять. Значит, а почему? Я говорю, будет, я... Жить не буду, я был скоро сдернусь, мне хватит тут, находился, нагулялся. Говорит, жизнь без паспорта проблем не доставляла, пока позволяло здоровье, работал без оформления. Родился в 1937 году, во время войны его отправили в приют. У Владимира Алексеевича нет ни жены, ни детей, продуктами помогают неравнодушные односельчане. Иногда искать еду приходится в мусорных баках. Хлеб ем, да, молоко. Пиво не пью, водку не пью. С 89 года мужчина живет в двушке в поселке Прохоровка Сосновского района. Денег на дрова нет. Каждую зиму приходится буквально выживать. В прошлую отправил в печь доски от пола. Сухих дров нету зимой. Я по досочке пилил и растапливал. Клич о помощи одинокому старику без паспорта и денег односельчане бросили в социальных сетях. Неравнодушные люди обратились и в полицию с просьбой сделать Владимиру Алексеевичу российский паспорт, чтобы он смог получать пенсию. Его личность установлена была и по свидетельским показаниям, и с выписками из актовой записи, и копиями документов, а также это были справки с места жительства. В результате Владимир Галкин стал гражданином Российской Федерации, получил паспорт, который был ему не нужен 30 лет. Новый вчера дали только. Вот моя физиономия, вот какая. Значит, я и сказал паспортистке, я говорю, на журника похож. Заинтересовалась судьбой пожилого человека и социальная защита. Обещают отправить его в дом престарелых, где он будет сыт и в тепле. В крайнем случае, если даже откажется дедушка от дома престарелых, у нас есть возможность закрепить за ним социального работника и постоянно его сопровождать. От дома престарелых мужчина пока отказывается, но в соцзащите пообещали, что помогут с ремонтом в его небольшой квартире. Елена Вишнякова, Артур Ишпулатов, Антон Захаревич, ОТВ, информационная служба медиагруппы «Знак».